бестактность простишь, а другой не простит. Если ты сладко спишь, значит кто-то не спит. У тебя выходной, отдохнешь от жены. В это время другой принял ключ тишины. Чтобы лучше понять, объективность важна. Чтобы все в мире знать, нам разведка нужна. Тут террор должен быть, там подкралась война. Нужно определить, чем планета больна. Где-то спутник завис, ретранслятор включен. Ухожу с головой в этот радиосон. Неудачи нередки, но все одолев, буду асом разведки, я радиолев. Не зевай и смотри, я сегодня узнал, что объект-33 перебросил канал. Но не знаем пока новых координат, и с утра до утра радиоперехват. Вдруг открытки пошли, лейтенант, перевод, там в объекте нули, будет переворот. Но надежен локатор, мы центр, убедим, что меняет диктатор режим. На режим. А потом новый ствол заведут мне в обед. Я случайно нашел, что, но это секрет. Информацию дать, вдруг потом залечу. Обо всем рассказать не могу, не хочу. Из далекой Москвы получили приказ, на разводе прочли усиление у нас. Отдыхает страна, веселится народ, но наш график другой, тут все наоборот. Перепутаны дни, я не помню числа, в сутки максимум спим по 4 часа. Остается мечтать, на гражданку вернусь, упаду на кровать и за все отосплю. Сердце ёкнет в груди, только черт бы побрал. На дежурстве с 8 я учет замотал. В телетайпе нашел поздно рваный рулон. В перемотку ушел 5-й магнитофон. А нагрузка кругом, будто что-то стряслось. Тут бы надо вдвоем, но один это пост. Беспощаден эфир, уповай на себя, сам себе командир. Но, увы, не судья, пусть мешает жара или враг снегопад, но с утра до утра радиоперехват. Доведен до абсурда, сон забвения продлись. Для одних это служба, для меня это радиожизнь.